В Новочебоксарске в ближайшие выходные отмечают День города. В Музее краеведения и истории открылся новый раздел постоянной экспозиции. Он единственный в республике. Впервые делается попытка проследить историю одного города, начиная с момента зарождения жизни на Земле и заканчивая современностью. В музейном комплексе собрана одна из лучших в Чувашии естественно-исторических коллекций. Мамонтовая фауна, мезозойский период. Здесь можно увидеть настоящих представителей этого времени. Динозавры и летающие ящеры, опасные моря мелового периода в 3D-формате. Экспозиция действительно уникальная. В музее уже разработаны программы занятий для малышей из детских садов и школьников. Оригинальное современное оформление музея помогает с легкостью изучить историю местности с древнейших времен до сегодняшнего дня. Главная задача – это чтобы дети знали историю своей земли, чтобы любили ее. И есть такое выражение, чем глубже корни, тем выше дерево. Вот это главная идея нашего музейного комплекса. Собрать уникальную коллекцию Новочебоксарскому музею помогли коллеги из Санкт-Петербурга, Казани, Ульяновской области и, конечно, геологи нашей республики. Тот, кто потрогает вот этот аммонит, у того будут все желания, как они когда-то сбылись у Иосифа Кузьмича Илларионова. Это первый геолог из Чувашии, который внес огромный вклад в развитие геологии и палеонтологии на территории нашей республики. Все посетители музея могут почувствовать себя настоящими палеонтологами и раскопать скелет реального динозавра. Расчищаем его скелет, хвост, это вот по хвосту надо двигаться дальше. Палеонтологи работают обычно вот так вот. Это только первый раздел постоянной экспозиции. В эскизном проекте их 8. Открыть второй планируют уже через 2 месяца. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.